остановимся. Мы обратились в разные партии, но откликнулась партия ЛДПР. Кандидат наук говорила, что у детей до 14 лет формируются легкие. У ваших детей, если поставят завод, легкие будут желтыми. Так что вы, мамы, папы, бабушки, дедушки, боритесь с тем, чтобы вам не поставили завод. Свалку ее по-любому закроют и засыпят, и засадят. Завод будет дымить годами. При сжигании отходов в воздух попадает много крайне опасных веществ, таких как диоксины и тяжелые металлы. Диоксины являются универсальными ядами. Одна молекула способна спровоцировать рак. Зона поражения 24 километра. В эти 24 километра у нас попадает город Красноармейск, там 26 тысяч жителей. И 29 населенных пунктов – это Царевское поселение. Мы, жители, не согласны с переводом земель из сельхозназначения в земли промышленные. Строительство мусороперерабатывающего или мусоросжигающего завода на территории села Царево. Постройки складов, строительство карьера и уничтожение лесов на территории поселения Царево. Под воздействием находятся и Царево, и Красноармейск. И в продолжении вот предыдущего докладчика, что я должен сказать? Нельзя верить официальным властям, которые сюда приезжали, и министр экологии и так далее, что мусоросжигающие, мусороперерабатывающие заводы, они так хорошо сделали, вреда не несут. Начинают с пруда закопания, это рыбное производство, начинают скрышные работы, а потом дают уже под недра пользования песок и щебенка. Такое решение предыдущий министр экологии, значит, принял по второму карьеру Путилова в 2014 году, когда земли до сих пор не переведены, как у вас, так и у нас рядом, в земли промышленного назначения. То есть это идет преступление перед народом. Непонятно, почему прокуратура не слышит, почему органы, почему депутаты. Тут приезжали депутаты от «Единой России», слуцкая фигуристка, посидели, помолчали. Поэтому вот та коррупционная система, которая складывается и сложилась, можно преодолеть только нашим единением, только массовыми выступлениями в рамках закона. Я хочу процитировать слова заявления секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Сергея Неверова. «Людям с криминальным прошлым не место во власти». И его же слова. «К сожалению, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов, которые в 90-е годы, пользуясь беззаконием и общим хаосом, через коррупционные схемы смогли легализовать свои бизнесы и снова нарисовать себе новый чистый имидж. Менталитет этих людей сформировался во времена вседозволенности, когда любую проблему, любой вопрос можно было решить взяткой или угрозами. Они и сегодня не утратили своих рефлексов. Такие депутаты есть и в нашей местной администрации. Карьеры, достигающие подземных вод, и асфальтобетонный завод на место культурного наследия – результат действия именно этих людей. У каждого человека есть своя родина. Тот кусочек земли, который остается в сердце человека. Такой кусочек есть и у нас. Это наш Пушкинский край, частица нашей великой России. А сейчас происходит, что мы превращаем ее в криминальную, смердящую зловониями свалок-резервацию. Всех сердечно поздравляю вас с праздником Святой Троицы. На ограниченной территории сельского поселения Царевское компактно расположены 21 объект культурного наследия. Уникальный отреставрированный храм Никольской церкви является венцом центра. Было бы правильно организовать туристическую зону. Это бы создаст больше рабочих мест, чем мусороперерабатывающий завод. Пусть взрослеют наши дети на своей земле, как прежде. Мы за них всегда в ответе. Обратились к
вам с надеждой. С надеждой на то, что не будет у нас здесь Старева рядом с храмом, Николая Чудотворца, никакого мусора. Церковь наша построена в 1812 году и была действующей даже в эпоху гонений. Мусорный полигон уже выше храма. Разве это не кощунство по отношению к православию? Вера учит нас принимать и уважать любое начальство. Быть может, за вами стоит сильный Запад, а может, коварный и хитрый Восток. Нам нельзя расслабляться, пить водку и плакать, губя прорастающий веры Восток. А поскольку 80 памятников древнерусской культуры, то у нас музей под открытым небом. Поэтому закон на нашей стороне. И нужно просто этот вопрос поднимать и поднимать и поднимать. Сегодня великий праздник Троицы. А скоро у нас еще один праздник светский, День России. И вот в преддверии этого праздника я бы хотела немного в своем выступлении затронуть такое понятие, как патриотизм. Что наши чиновники, депутаты, которые народные избранники, а вы себя относите к гражданам России? Вы умеете любить свою родину? Посмотрите, что вы сделали с некогда цветущим краем, с Московской областью. Она превратилась в одно огромное помойное ведро. Есть еще один закон у нас в государстве. Нельзя выбрасывать мусор на территории другого региона. Все знают, Московская область и Москва – это разные регионы. Поэтому захоранивая у нас в основном московский мусор, наши власти областные нарушают этот закон. Разве это патриотично? За 3 года она выросла, как уже ранее сказали, выше храма. Разве это нормально? Разве это патриотизм? Я юрист, да, соответственно, мне было поручено некую юридическую составляющую всех наших вопросов изучить. Так вот, приезжая к нам на встречу, все представители власти, прокуратура, Министерство экологии, администрация Пушкинского района, все в голос в один практически утверждают, что наша пресловутая организация ПАО «Экопром», учредителями данной организации, абсолютно официально эта информация, она расположена, взята из открытых источников, является комитет по управлению имущественным Пушкинского муниципального района. Далее является некая организация ИНЭК, акционерное общество инженерной экологии с регистрацией в Красногорском районе, в городе Красногорске. Нам администрация говорит, что это все благо, такие организации несут налоги в наши бюджеты. Это все ложь. Кроме того, конечные выгодоприобретатели с очень большой долей находятся вообще в офшорных зонах, в Нидерландах, на Кипре и так далее. Все, что заработали на этих свалках, карьерах, уходит просто за границу. Люди на нашем здоровье зарабатывают приличные деньги и, наверное, себе какую-то безбедную старость. Так вот, родина их именно там. Публичное слушание по переводу земель Путиловского карьера, сельскохозяйственного назначения на дне для пользования. Все люди, практически, которые присутствовали на слушаниях, возражали против перевода земель. Тем не менее, наши власти нас не послушали. Они перевели спокойно, сказали, да, 128 человек были против, 11 за. Где они нашли этих 11 за, непонятно. Народ не слушает. То есть есть, опять же, организация некая ГКСТОН, ООО ГКСТОН, у которой бенефициары находятся в Нидерландах. Да. И деньги будут уходить за карьер на... Лицензия выдана на какое-то, на 15 лет, кажется, им выдана лицензия на недропользование. Деньги будут уходить также за границу. Дело в том, что мы с вами активно стоим на позиции защиты здоровья граждан, которые проживают и в Цареве, и в городе Красноармейске. В дополнение к предыдущему выступающему я хотел бы сказать. Группа компаний «Стол». Значит, нами проведено полное исследование и обнаружено следующее. Не совсем в Нидерландах, да, может быть, в Нидерландах тоже. Группа компаний «Стоун» учреждена 4 учредителями. Есть такая компания в Москве, но учредитель компании в Москве находится на Кипре. Есть еще 3 компании, которые учредили эту группу компаний «Стоун». 2 компании находятся на Виргинских островах,
одна в Гонконге. Вот вам представьте, все это зона Британии. Значит, что нам здесь утверждали, что деньги пойдут в бюджет. Да никогда в жизни деньги не пойдут в бюджет. Людей обманывают. Никаких денег здесь не будет. Останется только вот эти ямы, останется на века. Значит, все есть этот мусор. Я член комитета в Московской областной думе по экологии и природопользованию, представляя фракцию ЛДПР. Вот. Явные нарушения, явные. Здесь очень много было эмоций, здесь очень много было точных цифр. Точных цифр, на самом деле. Поэтому остается только взять это под контроль. Самое главное то, что мы услышали здесь, когда приезжал министр, 2017 год, закрытие. И вот это надо контролировать. Спасибо. Давайте это самое, подпишите, пожалуйста, резолюцию.